И всем привет! Вот мы вернулись в игру. Рэйчел, я тут поставил, короче, эти для курей защиту. А вот здесь вот было. А ночью их сломали. Прибежали. Наверное, Рэйчел была на улице, ее били, наверное, и сломали эти куриные заграждения. Блин, это пока построишь. Это шастает все время на улице, блин. В общем, ладно. Я там немножко поел, немножко попил. Мясо уже полно, там уже даже некуда слаживать это мясо. Я уже на пол его поскидывал. Сушеное. Поехали. Короче говоря, к индейскому тому домику надо облутать там все. Ящики взять с собой, там что там у них есть. Там можно бутылки в ящики слаживать, ну такое. Жалко, только в машину не положишь. Плюс надо сбегать, чем туда забрать те предметы. Так, нам куда? Нам, по-моему, туда. Если ничего не путаю, там наверху должны быть эти домики. Да, вот они. Ну что, паркуемся где-то здесь? Ох ты ж, как там сделано все, блин. Управление машиной просто... Зашибись. Так, глушим, выходим. Кстати, там вон машина есть. Так, что у меня по оружию вообще? У меня, короче, винтовка куда-то пропала. Я уже не понял. Не могу найти снайперскую винтовку, куда делась. То ли я где-то ее оставил, то ли она мне пропала. Я чуть ничего не понял. Топливо есть? Чуть-чуть есть. Ну и тут чуть-чуть, прямо 66. О, ну вообще можно собрать. Так, ну давай тогда возьмем канистру сразу. Персонаж поспал, я его покормил. Нормально, начал строить, и вот такая вот незадачка. Так, веточку обязательно берем. Это стрелы, это же опять же таки материал для стройки. Как бы то ни звучало. Для этих куриных ограждений. Так, берем канистру. Кстати, давай все зальем в эту. А ты наоборот сделал, да? Молодец. Надо из канистры в машину, а я сделал все наоборот. Ладно. Так, это не настоящая ветка. Все, пошли ковырять машины. Точнее говоря, забирать у них бензин. А потом уже займемся. Серьезно, тут было вроде же меньше. Там было 66. Или что-то около того. Теперь там стало уже... Где тут волк? Стрелы у меня, если что, уже есть. Да мне, в принципе, он не нужен. У меня мяса полно. Просто единственное, что он мне мешать может лутаться. Вот это в другое дело. Опа, рюкзачок он на этом лежит. А я раньше не видел его. Он какой хороший ящик. Я бы его забрал, бы дал не настоящий. Так, резко, фух, по... А, рюкзачок, да не рюкзачок. Нифига, где он? Он прям очень рядом был. Не знаю, нужна мне ли мне это. Ну, возьму, конечно. Лучше бы здесь был бы рюкзак для увеличения слотов. От этого было бы больше толку. Так, о, кирпичик обязательно, тряпку. Вот это берем, это для стройки надо. О, так это еще лестница тоже настоящая. А выглядит как не настоящая. На крышу не подпрыгнешь. Тарелка. А лут уже видел там. Так, 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 шланги. О, серьезно, я забрал шланг? Окей. Для бензина, который... Еще канистра одна. Пустая? Нет, там чуть-чуть есть.
Колесо. О, отлично, можно уже машину будет собрать. В смысле, как машину собрать? Четыре колеса поставить. Удобрение. Ну, блин, берем все, короче говоря. Все, что лезет. Дрова, сколько там и дров. По ощущениям очень много, но на самом деле как-то не очень. Но... Так, еще одна лопата. И мышь. Или крыса. Бутылочка. Давай. Кстати, доски нужная вещь. Веревка. Пригодится рано или поздно. Где тут волк? Где-то выл, выл. Что там такое? Там еще вон здание есть. О, так на нем можно сидеть и можно забирать его. Но пока не вижу в этом никакого смысла. Вагонетка. Ладно, пускай она там себе водит, нам он особо не мешает. Ноль. Ноль, говоришь. О, скрабик, телефонная будка. 100 лет уже их нет. Бита. Ну, разгрузимся. Так. Тут я уже вроде был. О, еще дрова. Дрова обязательно берем. Че нет? Это же будущие угли. 4 штуки. О, как раз так. Так, еще же вернемся к тому дому. Что тут у вас можно взять? Пистолетик на всякий случай. Где-то рядышком, но вроде как на меня не это вот, не агрится, так что... И мы его трогать не будем. Это у нас глина. Ну, возьму. Так, о, кирпичи. Ящик, правда, не настоящий. Еще одна лопата. По-моему, я здесь уже был, но я тут не все забирал. Во-первых, тут гвозди есть. И ящики. Муф. Пока он туда скинем. О, порошочек. Стиральный порошок. Так, и по-моему, тут все, да? Именно в этом домике. Не, вот тут еще ящиков куча. К сожалению, их не возьмешь так просто. За ними надо будет возвращаться. Где он там воет, блин? Жопошник. Сюда можно бутылки засунуть. Кстати, сейчас и проверим. У меня бутылки. Бутылки же есть в машине. Одна. Ну, неважно. Этого достаточно, чтобы проверить. Еще на той стороне домик, на этой стороне домик. Где-то шастают в округе. Так, вот. Есть бутылочка. Так. Вот она, дзинь. Прикольно. Так, посмотрим, что в этом домике. Че это тут? Просто куски валяются. Я что-то не обращал внимания, что здесь есть еще один домик. Так, здесь пусто. Опять же, ничего нет. По-моему, вот это вещи можно разбивать. Но я еще кувалду так и не сделал, так что... О, вот это я понимаю. 2 литра. И надо будет сейчас сохраниться. Обязательно. Где-то воет, воет, зараза. Так, тут в багажнике ничего нет, но внутри в машине. Никогда тут ничего не ходил. Хотя пишут, что... Говорят, что там что-то иногда кто-то находит. Не знаю, что там можно найти в таком маленьком пространстве. Чьи-то... Ягодку давай. Глина. Глина. Дрова. Не настоящие. Бревна, соответственно, тоже. Не настоящие. Ну ладно. Ой, присядь. Ага, поросенок. Ну, поросенок вроде не кусается, пока его не тронешь. А я его трогать не буду. О. Неплохо. Канистрочку наберем.
Съедим. Сядем вовнутрь. И тут, наверное, я тут уже шастал. Либо здесь ничего нет. Поросенок, ты же меня не будешь трогать? А? Да вроде ему как-то пофиг на меня. Мне пока тоже на него пофиг. Так что... друг друга трогать и не будем. Так, перышко, спасибо, не надо. Так, нет тут ничего. А, ты смотри, видать, он меня увидел. Убежал. Ну и ладно. Видать, когда я побежал, и он побежал. Так, веревки возьмем. О, еще одна бутылка в ящик пойдет. Так, все, тут ничего нет. Это прикольные вот эти вот штуки, но они, к сожалению, нет. Вот. О, этот дом пустой, просто пустой. Он еще не доделанный. Опа, семена, привет. Возьмешь? А, отлично, это помидорки? Да, это помидоры. Вот это хорошо, сохрани сразу. В прошлый раз я не сохранился и потерял помидоры все. Так, ну тут все. Бутылку засунем в ящик. Почему бы и нет? Так, еще веточка, давай сюда. Две бутылочки. Там довольно-таки много можно хранить. Так, гвоздики и стиральный порошок. Камушек вроде с камушком стакается, отлично. И вот это вот. О! Это пускай у меня побудет. Так, что здесь? Здесь мы уже вроде бы были. Но я не все забирал. Да, копии колеса здесь появляются по-новому. Не знаю, надо оно мне или нет. В тумбочке я, кажется, все забирал, да. Блин, такие маленькие тумбочки. Почему их самому нельзя делать? Прикольные вроде бы. Так, это все не настоящее. Все не лутабельное. Молотков мне столько не надо. У меня есть, если что, тут прям недалеко можно и пешком сбегать. Щит, щит, щит. Тут индейца можно было бы забрать целого. Поставить возле базы. Это другое дело. Давай вынесу его. Потом вне записи буду таскать это все. Ну. Вон, иди туда. Вот там, постой. Так, все, пошли. В нижний дом. Что тут есть? А здесь ничего. Опять молоток. Ботинки хорошие. 100%. Конечно, берем. Так, табуреточки какие-то. Кабеля, которые все не настоящие. Ну, белье сушить. Сейчас. Так, дровишки. По-моему, где-то курица кудахтает. Так, здесь залезть нельзя, да? Ну, там ничего и нет. Ладно, возьму. Дрова, в принципе, тоже дело нужное. Тут почти стак и две штучки. В общем, 10. Так, это газонокосилка, к сожалению, не настоящая. Мысочка. Для животных, ну... Блин, это... Сам же вынес, а чуть не отловился. Кто это стоит? Тряпка. Блин, этих тряпки. Так, а тут я... тут я... маленькая табуреточка. Не помню, был. А, бутылочки. В ящик. Ладно. Один стак. Один стак возьму. Где это там тряпка? Потом кинем там на кучку. Пускай лежит. Так, тут я уже смотрел. Бумагу для растопки костра возьму. Не настоящая бумага. Под лестницей ничего нет. Тут ящичек. По-моему, я здесь был с собачкой, не? Да, по-моему, с собачкой я здесь был. Двери не открываются. Ну, или в похожем домике был. Я еще и застрею. Цветочек, сметочек. И больше... Так, я же здесь обходил вокруг, да. Бутылку запихнем.
В ящик? Прикольно. Еще и звук такой день. Так, здесь мы вроде бы колесо. Ой, не знаю. Ну я бы. Ладно, бери, выкинем, если что. Опять же таки. Так, коробки. Заднее крыльцо. Я тут не шастал. Нет. Листик, спасибо, не надо. На крышу дома вообще можно вылезти, вроде бы. Так, еще бутылочка, еще. Еще, о, другое дело. Камушек, диванчик. Вот что за прикол такой диван на улице оставлять. А дождь пойдет, и мухана будет тому дивану. Ну, да ладно, еще дрова. Блин, попробовал, хотел попробовать на крышу выпрыгнуть. Что-то как-то не очень. О! Нормально. Так, тут я был, в том домике я вроде как был. По-моему, я ящик... Вот здесь я, кажется, не был. Корзинка для белья тоже не настоящая. О, а вот стиральный порошок прям нужная вещь. Веточку обязательно. И дрова. Коробочки. Так, опять же тряпочку. Казалось, так возьму, значит, так и возьму. Веревки не настоящие. Да, я здесь не был. Еще бумажка. Серьезно, еще одна канистра. Зачем так много канистр? Так, штаны. Патроны. Автоматик. Аж целых два патрона. Но все равно. О, еще патроны. Так, вот эту штуку возьмем. Штаны мне не нужны. А это что? А что это я взял? Ткань, что ли? Наверное. Бумажка. Прямо возле двери ходит. Так, это буржуйка не настоящая. Где он там? Его не видно отсюда. Такой маленький домик, прям вообще. Очень маленький. Не знаю, он прям вот воет, вот-вот-вот-вот, а я его не вижу нифига. Что там? Склад какой-то. Так, это здесь у нас который ящики домик, да? Так, подожди, я тут... А я тут тоже не был. Опа. Бухло и сигаретка, да? Ну. Ага. Можно взять. А мы ее сразу используем. Сделаем небольшой перекур. И туман начался. Нет, это дождь. Это дождь. А так сколько ж ты курил, дружок, что так резко погода-то поменялась, а? Ну, закрой. Еда. Подымем. Гитара. Тоже, опять же, не настоящая. Оп, что это, батончик? Сейф. А, нет, это не сейф. Машинка прикольная. Мустанг или что-то типа... Нет, это не мустанг. А что-то цифры задом наперед или нет? Нет, не кажется. Перчатки. Сахар. Да ладно, сколько у нас тут ящиков? Это слишком много ящиков. Колесо еще. Слушай, черепок можно забрать? Блин, а? Что это? О, батарейки.
Да ладно, и это можно забрать. Блин, если бы можно было это в карман взять, другое дело. Это в карман. Ну, колесо, по-моему, в карман берется. Нет, нифига. Или мне просто места уже нет. У тебя уже просто места нет. Перчатки хорошие, стопроцентные. Одна веточка. Колеса не стакаются. Ну, это прям вообще, прям вот совсем рядом. Ничего не видно. Совсем. Где ты, говнюка? Да, блин. Выключи свет, во. Собака, а? На-на-на-на-на. Гав-гав. Ну, через здание не достают уже хорошо. Потому что я переживать начал, что они достанут меня именно... Ага. Ну-ка, высунь, высунь голову. Да, блин. Ты один тут или вас больше, чем один? По звукам вроде было больше, чем один. Валяйся, тут где моя стрела? Хочет-то. Давай сразу засунем их. Там они должны быть. Уменьшим место. Блин, было больше, стало меньше. Давай сделаем веточку. Может, дождь пройдет. Освободим слота. Аж целых два. О. Колесо. Ну, давай вот черепок этот заберем. Ага, его нельзя забрать. Только двигать можно. Это тоже только двигать? Нет, спасибо, не надо. Потом как-нибудь. Так, надо к машине пойти разгрузиться. Ну и погодка, блин. Так, давайте здесь еще поищем. Тут волк он и есть. Надо убить его аккуратненько. Воспользуемся. Вот ты дергаешься, блин. А ты посмотри на него. Не понимаю, блядь, куда эта стрела девается.
Ну, в тело просто вот попал. Не все целые остаются. Ну и ладно. Где-то там будет. Так, а куда еще стрелы стреляли? Вроде больше не плана. В окно не залезешь. О, веточки. Нифига, сразу три штуки. Три стрелы будущих. Может, то сейчас пройдет, а вроде затихает уже. О, серьезно, тут ягодка выросла. Заспаунилась. Осмотримся здесь, потому что волки опасные, зараза. И где-то воют, и не поймешь где. Ну, где-то с той стороны воют. Но я их не вижу. Еще куснет за одно место. Так, вон еще коробочка лежит для строек этих куриных. Вон еще есть лут. Надо будет, может быть, мишень сделать и попробовать на мишени попрактиковаться. Покрышка. Да, это я ее здесь оставлял. Не влазила просто тряпочку, одна как раз влезет. Я потратил, сделал коктейль Молотова. Потому что, видишь, и порошок был не стопроцентное качество, а там 70 или что-то такое, а он не стакался уже с тем, естественно. Потому что он качество хуже. Ну, как-то странно это все. Ой. Че это за лужа такая? Вода вроде бы. Помещения большие, прям дверь поставил. И живи. О, еще лут. Вот все, я тут уже, по-моему, по кругу обошел уже не один раз. Пошли наверх туда. Вот наверху мы там не были точно, там, где волк воет. У. А вот он. Ну, вообще попал. Блин, ну надо уже было ему в это время подпрыгнуть. Одна стрела сразу сломалась. Та, что в землю попала, тоже сломалась. Какой там бучер? Ну, забери его. Стрела осталась здесь, отлично. Можно забрать. Но ты мне не нужен. И сразу же... Оп. Блин, все. Меньше и меньше стрел становится. Да, блин, там еще воет. Где же ты? Ну, воет где-то далеко, где-то вон там, скорее всего. Ой, ты, ну, серьезно, не можешь пройти здесь. Вылезем. Воспользуемся преимуществом высоты. Так, вижу, доска лежит. То что? А, то камень. Волка я не вижу. Он где-то за забором ходит или там где-то дальше. Да, вот такую машину водить, а? Погрузчик. Этими вилами можно протыкать все, что хочешь. Так, тряпки в воздухе висят. Возможно, здесь что-то не заспавнилось, не прорисовалось. Волк, а, вон он. В смысле, ты не можешь прыгать? А, тяжелый. Вот это номер.
Ну, давай попробуем его попасть все-таки. Раз он убежал, значит я в него попал. Наверное. По крайней мере, хочется так думать. Главное бегать еще кое-как он бегает, а вот прыгать уже, говорит, все. Говорит, сильно тяжелый. Давай, давай, не обманешь меня, во. Давай ягодку в себе. Это из-за колеса. Колесо тяжелое, 15 килограмм весит, да? Ну да. Кроме досок тут ничего нет. Куда волк делся? Да ты задолбался своим бим-бим. Бегать он может, видишь ли, а подпрыгнуть не может. Так, ну все. Пошли вниз, машину разгрузимся. Так, давайте съездим еще туда. Я еще не разгружался, думаю, сейчас поеду, возьмем 4 колеса и пойдем поставим их. Стоп, 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 стоп. Куда ты поворачиваешь? Не туда. Мне вон туда надо. Поставим на машину. Там есть в городе, рядом с нами. Машинка стоит. Блин, пешком бегать такой гемор. Я уже перегруженный, не могу бежать. Но в машине могу ехать. Ну давай, ты еще врежься. Ох, я носик, блин. Давай где-то сразу здесь повернем. Тут вот. Тут нормально более-менее дорога. Ну как дорога? Поверхность. Стоп, 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 стоп. И в столб. Нет, промахнулся. Так, вот они. Тут должны быть колеса. Останавливаемся. Стоп. Так, ну-ка дайте мне покрышки. Во, как раз. Тяжелый, говорит. Ай, сейчас, хорошо. Надо что-то легкое забрать. А покрышки вот сюда. Что можно еще поменять. Колесо сколько? По 3,5 килограмма весит. Это 6 килограмм, 6 килограмм. Ну, это сложить некуда. Вот этого разве что можно состакать вместе. О! Захавать курочку, которая скоро пропадет. Вот, это точно можно сложить. Все-таки меньше будет места. Ну, давай. Дай колесо. Второе возьмешь. О! И второе взял. Отлично. А может, еще что-то можно взять? Хотя смысл. Вот она, винтовка, блин, я думал, что я ее прошляпил. Вот я балбес. Я уже думал, я же там все ящики у себя на базе была, облутал. Думал, да где же она, блин, нету ее, и все, думал, ну как я ее мог потерять-то? Тем более винтовку, это же смешно. Ну, это удобрение, это нам пока тут, вот это еще заберу. Ну что, поехали обратно. Сейчас, правда, по темноте колеса ставят. Ну, тогда переночуем. Так, куда ты поехал? Там же, блин, блокпост. Там можно проехать, но там просто начнут стрелять. Они, по-моему, могут еще и машину поломать. Зомбари, по-моему, не могут машину поломать, когда бьют по ней. А может быть, уже и могут. Кстати, давай проверим. Я не смотрел, что... Надо выключить сначала двигатель, чтобы можно было... Так. Ну, по крайней мере, аккумулятор 99,9% остался. Свечки я не помню. Двигатель портится, не портится, не уверен. Я не кит колотить.
Так, я блин, бегать не могу. Курей я сюда переложил. Да что за подлагивание, блин? Что тут прогружалось-то? Да серьезно? Никогда такого не было, и вот опять. Да? Закрывай. Так, это так и стоит по-прежнему. Ох, у меня барахла. Так, где-то порох у меня вот здесь был. 12 штучек, не густо. Прям вообще не густо. Так, что там кожа у нас наверху? Я что, разобрал? Вот кишки висят, сушатся. Очень долго сушится кожа. Почти высохла. Вон там тоже мясо валяется, потому что некуда слаживать. Такие перчатки вечно. На них внимание обращаю. Так, ну что ж, я разложился. Давай съездим в город. Тут прям рядышком совсем. 4 колеса хотел взять. Ага, их не понесешь, они сильно тяжелые. Персонажу становится очень плохо. Вдруг резко и сразу. Ну, наконец-то, нормальная дорога. Так, где-то там, где-то в гараже. А, вон она. Вот здесь аккумулятор, кстати, находил. 100%, больше нет. Мешки, жалко, забрать их нельзя. Этот дом, по-моему, не настоящий. Сюда зайти нельзя. Двери нету. Так, дровишки. Блин, к сожалению, не дровишки. Так, ну тут я уже был. Так, берем колеса. Че так далеко припарковался-то? Хотя бы так. Интересно, возьмешь или не возьмешь? Нет, только 3. Не хотелось просто еще раз сюда бежать. Смысл? Так, вот это будет машинка, которая уже все будет тягать. Во, 4 колеса имеется. Вот, отлично. Машинка уже скоро будет у нас. Даже бензин имеется. Бензин-тачка уже есть? Да, 4 литра уже показывается. Отлично. Канистру я забрал, канистру я забрал. Этот дом тоже пустой, туда даже попасть нельзя. А, нет, смотри, можно, серьезно? Он реально пустой, у меня нет ничего. Готовая база. Только вот нельзя значок поставить здесь, чтобы здесь база была. Тут вообще прям ничего нет. Шестигранная плиточка? Похоже на то. Так, вот там вот бандиты. Кстати, а мы там были или нет? Подожди. Кажется, я там бегал. Хотя не по, попить надо. Хотя я не помню, надо сейчас... сейчас исходим, посмотрим. Бульк, бульк. Сходим, посмотрим. Какашка. Какашка нам не надо. Кстати, вот эти столбы можно, по-моему, забить. А, нет, это не тот столб. Это с этой... Да, блин, я головой уткнулся, не могу пройти там. Так, ну колеса нам, в принципе, пока не нужны. Это что, кукурузное поле, что ли, типа? Бум-бум. Бум-бум. Сердечко бьется. Удобрение. Нет, я тут не был, по-моему. Я не помню, чтобы я здесь был. У меня с собой есть эта бутылка. Как я их выложил из машины. Посмотрим, что наверху есть. 5 колесов. Ну ладно, велосипедное колесо возьму.
Пум-пум-пум. Хорошая полка, но на ней ничего так... Все можно было слаживать на них. Опа. Там написано move, а move-то ее нельзя, в смысле, двигать. Пум-пум. Бочка для воды была бы, конечно, но нет. Эти штуки вроде не опасны, и почему-то здесь тумана зеленого нет. Я не понимаю, почему. Обычно он должен быть. Блин, жалко, они вот ручки нельзя в них вставлять. Опа, еще один шланг. Ну, заберу. А там вроде бы есть какие-то цистерны, но я что-то не понял, как их делать пока что. Видок, конечно, прям не очень. Ну, дрова мы заберем. О, серьезно, тут был верстак. Еда. О, патрончики. Ну, краска-то такое дело, не настоящая. Верстаки ничего нет, да? Верстаки ничего нет. Ну, это что? О, запчасти. Так, ну, кокульки это там надо будет, конечно, для... Хотя, ладно. Уже надо брать, потому что... А там мне ничего не надо, ничего. Потому что у нас скоро уже будет грядка. Потому что я уже нашел эту, как ее. А вот. Памкин с тыквой, говорит. Опа, и семена. Написано тыквы по 2 доллара. А тыквы нет, а есть зато семена помидор. Давай, там вроде без них... То ли удобрения можно делать. Возможно, эти бочки взрываются. Скорее всего, взрываются. Но почему написано, что их можно двигать? Ой, зачем-то залез сюда, вылез. Но двигать их нельзя. Ну все, тут ничего нет больше. Странно, как ты пропустил это. Вот там вот какая-то тварь ходила с зеленой мордой. С красными щупальцами, вернее. Вот там вот где-то. Идем посмотрим на нее еще раз. То есть где-то я ее вот здесь в прошлый раз видел. Интересно, здесь ничего между сеном и сеном нет? Ничего нет. Пока не вижу. Возможно, недостаточно близко подошли еще. К сожалению, тут ничего нет. Почему-то подлакивать начало и не... О, давай, тоже возьму. Где эта хрень? А, вон оно ходит. Вон оно непонятное, что... Давай на цистерну вылезем, попробуем убить ее. Что это впереди? Возле лица кусок какой-то железяки. А, она снаружи, понятно. Мы вообще как бы внутри должны лезть. Они снаружи. О, мужичок, что у тебя есть? Ой, подожди, что я забрал? А, бронежилет. Оденем. О. Спасибо. А, оно с той стороны ходит, за забором. Блин, я не видел. Попробовать в него как-то попасть. Ну, раз дернулось, значит попал. Еще раз попробуем попасть. Не попал. Надо по нижней стрелять самый. Блин. Все прямо в тело зарядил. А как у тебя... Как я тебя стрелять буду, мне не скажешь? Никак. Можно тагриться сейчас. Так, перезагрузился. Он уже и двое ходит. Зашибись. Может, мы их не будем трогать, а зайдем тут сарайчик. Просто-напросто. Вроде как... Не особо-то и агрится. Пять тряпки.
Удобрение берем. Блин, нахрен ты сюда? Я хотел просто подпрыгнуть, посмотреть. Опа. Патроны. Че это? Жижа это красная. Бляха. Давай на прицеп. Они стрёмно так бегают. Ну вылазь давай. Жопу. Ой-ой-ой. Давай на солому стану. Прицеп мешает. Давай я выше стану. О-о-о. Я все равно вашей бошки не вижу. В щупальцу попал. Еще куда-то там попал. Так, кончили стрелы. Так, давай на дробовик. Ты умер там? Да, вроде. Лучше не особо, он умер. Вот теперь точно умер. Так, может, чуть-чуть перейдет. О, так вот. Давай. Чтобы вы были здоровы, крикуны, блин. А с вас лутом... Вот, стрела. Ага. Серьезно, не лезет? Я не знаю, что с ними делать, но стрелы я все равно заберу. Так, давай сразу запихнем. Эту штуку можно забрать. Какие стрёмные твари. Что тут для меня есть? Тряпка. Глина. Кстати, вот здесь можно было бы залезть. Давай залезем. Что там, верстак? Нет, не верстак. Тут кто-то жил. Куртка. Не буду брать. Еще выше. Серьезно? Какой хороший... Калашников? Бля-бля-бля, что выкинуть, что съесть? О, можно съесть еду, точно, как раз нужна. Не туда нажал. Какой калаш патроны используют в игре? Интересно. Не пишет. Он еще и модифицируется. Давай его, что ли, в руки возьмем. Ну, неплохо выглядит даже. Так, это все равно не влезет. Опять еда. Чуть маленькая еда. Сколько у меня тут? О, так я вообще нифига не съел, можно так сказать. Давай ешь. Ну, хоть как-то куда-то пойдет. Так, просто бочка и больше нифига тут нет. Перезарядиться мне нечем. Скорее всего, он такие же патроны, как и используют, как и этот, наверное. Как и М4. Хотя, конечно, это не так. В реальной жизни, но в игре может быть и так. Куча мяса. Наверное, вот они отсюда и спавнятся. Эти уроды. О! Надо патроны на пистолет. Надо... скинь вот это. Ага. Нормально.
книжка какая-то. Time of... Время умирать. Это тоже не лезет. Ну и пока все. Уходим отсюда. У меня, кстати, на базе, по-моему, тоже нет велосипед. Тоже нет патронов, чтобы проверить. Так, это тоже не влезет. Че это? Кокулька? Давай. Кстати, я наверх так и не слазил, да? Я молодец. Обрызгиватель. Это мне не надо. Так, порох, еда, тряпки, блин, это вы шутите? Некуда что положить, как всегда. О, возможно, там есть слот 2. Тогда мы сможем что-то забрать еще. Обычно на такой верхотуре бывает что-то спрятано. Будем надеяться, что в этот раз тоже здесь что-то есть. Так что ты так резко разворачиваешься? Ну, блин, нету нифига. Спрашивается, зачем я сюда лез? Так, спустился. Давай, пошли еще раз наверх поднимемся. Так, это для бензопилы. Че этот мусор? О, леска. Вот это хорош. Ну, давай, сейчас что-нибудь бросим. Тряпки, например. Так. Леску сразу оденем. Там она должна... Где? Вот, фонарик надо было зарядить, может быть. Так, не-не-не. Собачка. А вот. Спина. Фишинг. И вот сюда леску, да? Да. Отлично. Блин, не хватает только, получается, самой катушки. О, а тут код какой-то или что это? Нет. Что там написано-то? Что-то там... Ров, что-то один, что-то люблю там, что-то бе-бе-бе. Короче, фигня какая-то. Тряпки, прищепка. Труханы. Что это? Блин, ничего, ты посмотри. Кепка. Картинка. Еще какая-то ерунда. Матрас. Корыто и ничего нет. Прям совсем. Ну, серьезно. Так, а, ну, кроме этой вот... Тогда, значит, тряпки брошу здесь. Я лучше возьму вот это для бензопилы. Так, внезапно я нашел здесь патроны, вот лежали. Не знаю, откуда они тут взялись, но неважно. Ну, это калаш. Ты заряжаешься? Нет. Это не для калаша патроны. Все-таки это для эмочки. Подожди, а что я взял? Или ты их не взял? Это на винтовку 7.62, да? Значит, на калаш и на автомат, скорее всего, используют одни и те же патроны. Ну, ладно. Еще какашка. Колеса прибитые. Или не прибитые, неважно. Тут что-то есть. Эй, я такой большой, что я не могу пройти. Ничего тут нету. Мы послушаем, здесь сердце бьется где-то. Не слышно. Ну перелезть. Блин, сними. Я уже просто перегруженный. Надо сейчас в машине бегать, разгрузиться. Тут же прям недалеко. Я здесь что-то оставлял или нет? А машине самой? Нет. Так, или мне кажется, или начинается не только вечереет, уже и туман начался. Интересно, а в газу машине бьет током? В смысле, этим куцает? Ой, да. Не обманешь систему. Ну, давайте прошвырнемся здесь. Что это? Глина. Блин, да давай же бери. Колесо, веревка. А тут никого нет? А почему что туман?
Да, кстати, туман начался. В смысле, а почему же тут... Да, дай... Туман, в смысле, есть, а... А нет этой херни, которая делает... Так, литр. Сколько у нас фильтра не пишут? 70. Попробуем забрать. Ой, фильтр улетает просто в никуда. Зашибись. Ты ж не ударишь меня? Снимай. Садись. Уезжаем. На-на-на-на-на, машину не бить. Что думали, блин, машину мне бить? Валим отсюда. Ой, столб. Дорогу перебегает. Да... Что случилось? Ты чё? А как это? В смысле, я не понял. Машину крутанул, вроде что ничего не было. Во что-то там ударился. Ай, на тут и поверхность. Не может проехать даже нормально. Да останавливайся, глуши. Ладно, не глуши. Побежали. Ох, ты здесь внутри? Молодец. Так, посмотрим. Я перезаходил, но не выходил полностью из игры. Пропал. Жир пропал, само собой. Ну и ладно. Тогда я буду займусь постройкой вот этой всей фигни, сделаю. Потом мы сможем здесь убивать этих уродов копьем. Ну что ж, на этом мы заканчиваем серию. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.